Сегодня в Минске состоялось открытие двух детских игровых площадок, создание которых инициировало Минское городское управление МЧС. Сегодня мы находимся здесь, смотрим, как дети веселятся, спросим у них, нравится ли им эта площадка. Мне нормально площадка. Ну классно, будете сюда приходить играть? Да. А подружек, друзей будете звать сюда? Да. Хотите, чтобы еще больше было площадок в Минске таких? Да. Площадка для детей хороша тем, что здесь они могут, помимо того, как играть, они могут еще и повторять правила безопасности. Тут хорошее покрытие, то, что не дает детям удариться, стукнуться, получить какую-то травму. Для чего создавалась эта площадка и что здесь есть интересного? Данная игровая площадка создавалась для детей не только с целью развития каких-то физических способностей, а также, чтобы с раннего детства мы могли привить малышам знания в области безопасности жизнедеятельности. Вот здесь мы можем увидеть и телефон службы спасения в двух форматах. Мы можем обратиться и к волшебной книге безопасности. Можем скачать ссылку, предложение МЧС «Помощь рядом», где также есть много информации, полезной информации, которые поспособствуют развитию в области знаний пожарной безопасности. Ну, очень рады дети, во-первых, ну, и мы тоже рады, и лавочки есть, и горки большие.